программа Foundation. Как работают разные образовательные программы в Великобритании, Европе, Америке, которые служат входным билетом в систему профессионального высшего образования за рубежом. Что делать тем, кто не может сразу поступить в университет или колледж? Например, из-за того, что получил аттестат в другой стране. Сегодня я расскажу вам об одной из самых распространенных программ не только в Великобритании, но и во всем мире. Программа Foundation Year. Меня зовут Адиль, я специалист в области зарубежного образования в компании Мариади. Сам имею два высших британских образования. Foundation Year или International Foundation Year, так обычно называют эту программу. Это подготовительные курсы, которые позволяют освоить предвузовскую программу. Как правило, сюда поступают выпускники из других стран, чьи аттестаты не принимают британские университеты на первый курс бакалавра. Либо европейцы и британцы, которые не смогли поступить с первого раза. Иностранцы привыкают к местной манере преподавания, подачи информации, правилам оформления работ, берут параллельные уроки английского. К тому же британская программа бакалавриата на год короче российской. Вот абитуриенты и восполняют это время учебы. Так же, как восполняют дополнительный год, на который система, скажем, среднего британского образования длиннее. Этой системе уже десятки лет. Например, свою версию международной базовой программы Warwick University предлагает с 1983 года, а в Лондонском университете с 1985 года. Программу Foundation предлагают не только британские вузы. Такие программы есть в Германии, Италии, Нидерландах, США, многих странах британского содружества. А в Британии, в самой Британии, Foundation Year предлагает около 100 университетов, около 70 из которых являются партнерами нашей компании Мариади. После просмотра этого видео пройдите на наш YouTube-канал. Там вы найдете сотни видеообзоров университетов, разных факультетов при университетах, видеоэкскурсии по кампусам и интервью со студентами. Там же будут подсказки того, как можно связаться с нами, чтобы получить свою бесплатную консультацию, помощь с выбором и поступлением. Все эти услуги в нашей компании, в том числе помощь с поступлением в зарубежные вузы, абсолютно бесплатно. За наши услуги платят сами университеты. Кстати, программы Foundation Year предлагают не только британские университеты, но и независимые колледжи и международные колледжи, которые сидят при университетах. Не стоит их путать. Есть большая разница, есть свои особенности, есть выгоды, есть преимущества. Об этом мы обязательно уже расскажем вам во время вашей консультации. При некоторых вузах действуют целые международные учебные центры, так что студент подготовительного курса совсем не чувствует себя белой вороной. Иногда предлагают курсы специально для иноязычных студентов с упором на языковую практику, академическое письмо и так далее. Некоторые варианты International Foundation Year дают общую подготовку, другие делятся по направлениям, скажем, в программы для будущих юристов, физиков, экономистов, бизнесменов, инженеров и так далее, и могут включать разные предметы. Алексия, какие у вас программы Foundation Pathway? Наша программа Foundation старается удовлетворить потребности большого количества степеней в Royal Holloway. У нас есть Pathway по искусству и социальным наукам, в рамках которой студенты могут изучать классику, гуманитарные науки, современные языки, кино, музыку, политику, философию, английский и литературное творчество. И международные отношения. Да, также международные отношения. И также есть Pathway по управлению и экономике. Студенты могут впоследствии получить любую степень в области управления. Ссылку на это видео также поставим в описании под этим выпуском. Плюсов у этого варианта входа в британскую систему высшего образования или в систему других стран немало. Во-первых, после окончания Foundation Program поступить очень легко. Это практически такая прямая дорога в университет. Во-вторых, ученик с первых дней привыкает к университету, знакомится со студентами и преподавателями, осваивает
осваивается в городе, где находится университет. В-третьих, можно целый год в полной мере пользоваться инфраструктурой университета, спортивными сооружениями, мастерскими и прочим. Конечно, есть и другие пути, даже можно сказать обходные, которые потенциально позволяют сэкономить целый год и практически сразу поступить в ВУЗ без программы Foundation Year. Или, например, если вам пока еще не больше 16-17 лет, рейтинговый диплом IB, международный бакалавриат, или диплом A-Level позволит вам без экзаменов поступать в самые топовые вузы мира. О всех этих возможностях мы рассказываем в отдельных выпусках. Если не забудем, поставим ссылки в описании под видео. А лучше сразу позвоните или напишите нам, чтобы получить свою бесплатную консультацию. Подсказки, как это можно сделать, напоминаю, точно будут в описании под видео. Пишите и звоните нам, мы всегда на связи. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.